Голосование на дому в условиях пандемии приобретает особую актуальность. Этим правом сегодня воспользовался председатель старейшин Прикубанского района Джашарби Масугенов. Он позвонил в участковую избирательную комиссию поселка Кавказский, согласовал время голосования. Комиссия с переносным ящиком и персональным бюллетенем явилась к воротам его дома в установленное время. После предъявления паспорта Джашарби Масугенов поставил отметку в документе и отпустил бюллетень в ящик для голосования. Вся процедура заняла буквально несколько минут. У меня сосед есть, буквально Махмуд. Он намного старше меня. Он где-то в районе 29-го года, кажется. На 10 лет он старше меня. Ну вот как, это разве нехорошо будет? Прийти к нему, не тревожься, никуда не ходи, не беспокойся. Вот, пожалуйста. Это отлично выдумано. Очень даже хорошо. Спасибо, кто-то вообще придумал вот этот вот подобное голосование. Большое, огромное спасибо даже, даю честное слово. Я же говорю, это не для красного словца телевидения говорю, это от души, это душа моя говорит об этом.